Три, да? Да. Серега, ну давай. Три, четыре. Да не ладно, это четыре. И четыре. Значит, такая ситуация. Я тебя, брат, поздравляю. Они все все тебе сказали. Я сейчас буду полчаса разговаривать. Ну, потерпи. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать. Очень много. Микрофон, в принципе, мне не нужен. Кто звонит? Они все пожелали, это все, в принципе, красиво, но не отдыхают. А то, что я хочу тебе пожелать, оно свет, очень свет. Все слушают, молодцы. Тишина в отсеке, как на подводной лодке. Попроще, попроще, тени черные. Давай. Брат брата на расстоянии чувствуя. Горько!